Главное управление МВД России по Красноярскому краю предупреждает: не поддавайтесь на уловки мошенников. Если вам позвонили на телефон, представились сотрудником службы безопасности банка, сообщили, что вашу карту пытались взломать и просят уточнить персональные данные для исправления ситуации, это звонят мошенники. Запомните, такую информацию, как CVV-код, одноразовый пароль из СМС для подтверждения операции, номер банковской карты от вас могут требовать только мошенники. Настоящий сотрудник банка не будет выманивать у клиента подобные сведения. Если вам кажется, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию.